В областном центре молодежь встретила 8 марта флешмобом. Варианты поздравлений волонтеры выразили мизансценами в духе манекен-челлендж. А открытка в виде восьмерки символизировала бесконечную любовь к женщине. Любителей театрального андеграунда порадовала постановка «Голубь мира» по одноименной пьесе Владимира Зуева. Независимый молодежный театр «Новая сцена-2» любит творческие эксперименты. Постановщиком очередного из них выступила режиссер Оксана Погребняк. Старый Оскол в числе первых муниципалитетов региона, где начались работы по капитальному ремонту многоквартирного жилья. В этом году там предполагают отремонтировать 28 многоэтажек на общую сметную сумму 476 миллионов рублей.